Кстати, если ищешь, чем бы заняться... У нас неприятности здесь, в Айтране. Ничего особенного. Фалмеры, мне докладывают, что они нападают на людей по ночам. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Сделай то, что должно. Кстати, если ищешь, чем бы заняться... Я все пытаюсь понять, почему Скьор вообще тебя впустил. Тебя видели в компании соратников. Когда человек подходит с оружием наготове, не мудрено занервничать. Yeah.
Thank you.
Скьор говорит, что во мне сила из Грамора, а в моем брате его ум. Некоторые думают, я дурак. Они получают в рыло. Но ты мне нравишься. Мне уже сообщили, что клиент доволен. Ты славишь и себя, и соратников.